Я очень рад, что принимаю участие в этом проекте «Последний адрес». Считаю его просто безумно важным. Важным вообще, в принципе, важным именно сейчас. И понятно, конечно, почему. Этот проект связан с памятью, с поддержанием памяти о неких событиях страны. Все, что, ну, в общем, любое действие, направленное на поддержание памяти о чем-то, о каких-то исторических событиях, я считаю важным делом. Для того, чтобы такие вещи не повторялись, прежде всего, надо не забывать, что они уже произошли когда-то. Те, кто совсем ничего об этом не знают, увидят табличку и поинтересуются, что же это было. Те, кто являлись свидетелями, еще раз вспомнят, ну и так далее. То есть, в общем, во всех отношениях это очень важное дело. И, конечно, я очень надеюсь, что в результате этот проект получится. Мы не первые, кто решил таким образом обозначить эти события, увековечить имена этих жертв. Подобный проект впервые состоялся в Европе, и он в процессе развития. Там немножко по-другому это все сделано. Это бронзовые таблички, вставленные среди брусчатки мостовой. Я считаю это сильнейшим решением для подобной задачи. На всех, кто видел это действовало действительно сильнейшим образом. Но мы хотели как-то отлично от этого сделать по-своему. И вот в результате возникло решение эти таблички монтировать на стенах домов. У нас нет брусчатки, но это как-то по-другому, по-своему. Это вполне должно работать. Очень надеюсь, что в конце концов все это состоится. И таблички наши появятся на фасадах домов.